Электрогенератор для проездной частки и пешеходных дорожек, 3D-принтер с модулями. Сегодня выстава, присвеченная Дню белорусской науки, открылась у Гомельском державном техническом университете имя Сухого. У экспозиции работы выкладчиков, аспирантов, магистрантов и одоранных студентов. У вазе наведывальников представлено множество науково-техничных распрацовок. Модели робототехники, керамичные выробы с полифункциональной накированностью, трансформатор Тесла. Частка идеи уособлена покуль только у макетах, але с перспективой практичного увасабления. А кроме того, мета выставы представить вынаходництвы будущих навуковцев больше широкой аудитории. Увидят большее количество людей, наших сотрудников, других факультетов, других кафедр, выскажут свои замечания, предложения. Но самое главное, это дискуссия, которая позволяет нам двигаться в правильном направлении, развиваться. Ознакомиться с экспозицией до конца тыдня могут все желающие.